Мы в Ставропольском крае, едем в город Благодарный. У нас остался один комплект книг, 35 уже, без трех книг. И вот мы остановились и отдыхаем. Игнат Тихонович разминается, и Ураган также разминается неплохо. Вот так дядя Коля его гоняет. У него иногда аж пена изо рта идет. А вот она наша колесница. Уже 17 тысяч с лишним километров проехали мы на этой колеснице в этом году. Около трассы остановились. О, трасса.